Привет, друзья, меня зовут Артём. Сегодня мы с вами окунаемся в мир Flash Online игр. Поехали! Что нам здесь приготовили? Новые игры, не пропусти, и игры для тебя? Специально для меня подобрали игры? Как это мило! Игры-мультиплееры, Crazy Games, популярные игры, это то, что мне нужно. Так во что же у нас играют люди? Поцелуй на пляже, новый образ, огонь и вода, Элла-операция, несчастный случай, огонь и вода, макияж, Эмма обманывает, тату-салон, боже мой! Элла-операция на бедрах, это вообще что за дичь такая? Вы что, серьезно, это реально операция? Это же игры для девочек! Какие, блядь, операции? Вы чего, вы серьезно, что ли? Сегодняшний пациент, Элла. Элла, что с тобой случилось? Так, наденьте ей маску, надеваем маску. Подаем газ с куей. Элла, это какой-то ужас. Это вообще законно такие игры делать? Это же детские игры. Я подам в суд на вас. Так, папка, медицинский чек-лист. У нее что-то с бедром, но одно и очевидно, у нее же проблемы с бедром. Так, берем скальпель, разрезаем. Это я научен, это я научен. Ну-ка, почему у меня не получилось с первого раза, хуй знает. Так, бедро, оно повреждено, господи Иисусе, как все это страшно. Давайте режем так вот. Ну, это мы разрезали, так, берем пинцет. А вынимаем, я даже не знаю, что это мы такое вынули, но мы что-то вынули. Режем кость, господи Иисусе. Режь ей кость. Боже мой, какой ужас, слушайте, я сегодня не смогу. Какая ужасная дыра, что это вообще такое? Я не знаю, что я сейчас сделаю, господи, я не знаю. Нужно спасать Эллу! Нужно спасать ее! Давайте нальем клея! Клеем можно спасти все что угодно! Я видел на ютубе, как с помощью клея приклеивали... Что это такое? Что мы делаем вообще? Если есть врачи в комментариях, пожалуйста, объясните, что это за процедура такая, я не знаю, что... По-моему, ей еще больше навредили, серьезно. Так, ну возьми-то клей-то! Бери клей. Льем везде клей, мы, по-моему, тупо заливаем клеем. И оно как-нибудь само там срастется. Готово? Что это такое? А, нам нужно зашить. Давайте зашьем. Так, опа-опа-опа-опа. Готово. Нет, еще не готово. Все готово. Элла, ты спасена, Элла! Элла, я тебе спас жизнь, ты будешь жить. Только ты теперь похожа на киборга. Ужасно. Все? Amazing. Чудесно. Чё-то я наигрался в эту игру. Так, окей, что у нас там еще есть интересного? Рекс в Мексике? Рекс! Мать его, в Мексике? Мексику Рекс! Play the game! Здесь даже есть несколько уровней. Давайте выпустим зверя. Пойдемте, что нам здесь это боеприпасы. Он умеет стрелять. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы стрелять. О май гад. Это реально кто-то играет? Как вообще люди создают подобные игры? Я даже представить себе не могу. То есть сидел человек, и тут ему вдруг пришла в голову мысль создать бы игру про Рекса. Господи Иисусе. Такое ощущение, как будто мы находимся во Вьетнаме. Что, бля, здесь вообще? Какая здесь предыстория? Откуда взялся этот Рекс? Господи Иисусе! Рекс! Уничтожай их! Рекс, не оставляй никого в живых! Идите назад, чтобы съесть всех. А, мне нужно доедать трупы! Только зачем? Господи, все, я наигрался в эту игру. Пойдемте дальше. Так, опа, что-то интересное. Вак, your... Soulmate. А я, по-моему, уже играл когда-то в нее. Для того, чтобы играть в эту игру, включите Flash Player. Так он у меня вообще-то включен. Так, что у нас здесь? О, какая мадам, смотрите-ка. А, вы должны использовать объективы для вашей персоны. Ладно, давайте используем объективы для нашей... Так, какие объективы можем использовать? Так, это что такое? Это подарок? Это романтичное сердечко? Опа. Вот это сейчас было... Вот это неожиданно. Почему все игры такие жестокие? Это что за сайт? Это flashgames.ru. Я вроде бы зашел поиграть в добрые игры, а меня здесь вынуждает убивать всяких людей. Так, ладно, это что за коробочка? Давайте ее возьмем. Мадам, мы принесли вам шпатель. Это шпатель? Неплохо, неплохо. У меня здесь внизу есть Дудимен Вуду. Что это за Дудимен Вуду? Введите имя жертвы.
Давайте наберем Джо. Он же не обидится на меня. Джо, ты же не обижаешься? Конечно же, ты не обижаешься. Так, Джо. А так его имя пишется вообще? Или я хуй его знаю. Так, Дуди Мэн. Это твой Джо. Это мой Джо. Ну, честно сказать, да, что-то есть общее с ним. Давайте. Один, что это такое дело? Он на него испражнился. Что? Так, ну давай что-то сделаешь на двоечку. А, это лепеха в лицо. Ну, это, конечно, да, это классно. В любой битве. Слушайте, знаете, а это ведь самые настоящие приемы, которые можно применить в жизни. Если на вас кто-то нападет, это можно использовать, реально. Боже мой, здесь есть Short Life! Так, ладно, лечение ног. Давайте полечим ноги. А, мы даже выбираем пациентов. Конечно же, мы будем лечить чернокожую женщину. Господи, у нее 3 пальца вообще мертвы. Что она делала со своими ногами? Давайте возьмем пинцет. С помощью пинцета, конечно. А, так лед-то помогает, смотрите. С помощью этой штуки нужно высасывать кровь из этих прыщей. Так, давайте используем вот эту штуку. Ей нужно намазать на ранки. Давай-ка мы тебя сейчас излечим. Она вообще охерела, посмотрите на ее лицо. Выберите пластырь. Возьмем сердечком. Так, а сюда, разве сюда не нужен? А, сюда тоже. Давайте зелененький возьмем тогда вот этот вот. Мне кажется, зелененький лучше. Ну, такое, знаете, некое разнообразие. Как же без него? У меня есть еще одна сторона ноги. Боже мой! Так, что это? Зашивать раны. Блять, у нее рваные раны, господи Иисусе! Так, ладно, что мы здесь еще можем... Что это что такое вообще? Это джедайский меч, ёпта. Аэрозоль, ёпта, я таким цветы поливаю. И что он делает? А, он лечит воспаление? Так, я что-то ей... Это, видимо, соль. Мы посыпали ей соль на рану, ну, чтобы ей жизнь медом не казалась. А, так они лечатся с помощью лазера, что ли? Да! Может быть, это нужно зашить? А, так это еще одна рваная рана. Боже мой. Так, давайте ей помажем, что ли, этой штучкой тогда еще. А, ну, типа, мы ее излечили. Что это, лупа? Ну! А что мне с ними вообще нужно делать? А, мне их нужно стереть этим... Это... Да ладно, это грибок лечится вот так вот. Просто потереть ваткой, господи Иисусе. Какой ужас. Лак. Да, конечно, давайте их мы еще покрасим. А, мы их подпиливаем. Все. Так, все, последний палец готов. Окей, и что дальше? И что дальше? Загрузка. А, все, мы ее излечили? Классная игра. Гайс, у меня уже больше нет сил во все это играть. Здесь игры просто тысячи. Симулятор собаки, симулятор кошки, симулятор говна. Я здесь даже где-то видел. Чего здесь только нету. В этой во все играть можно бесконечно. Это были флеш-игры, пацаны. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы, ставьте все что угодно. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, вступайте в паблик. Подписывайтесь на твиттер. Господи, пойду я отдохну от этого кошмара.